Валерий Андреевич. Хорошо, Дима. Как долетели? Отлично. Хорошо. Ну, начнем. О, Рудько с повышением. Старшина второй статьи. Поздравляю, Степан. Спасибо. В чем дело? Откуда у вас такие? Валерий Андреевич, это вам от нас. Мне? Спасибо. Что можно ожидать от лучших ныряльщиков со всех флотов? Доктор Кушля. Курсант Давыдычев. Старшина второй статьи Калныш. Очень приятно, доктор. Главстаршина Виктор Павлович Кондратьев. Как видите, инкорпоры в полном составе и в полном здравии. Ваши познания в латыни, Виктор, чрезвычайно выросли. Но раздевайтесь. Надеюсь, вы не утратили своей спортивной формы. Вы сомневаетесь, доктор? К сожалению, я вам всегда говорил, скверный мы материал для медицины. С такими пациентами вы навсегда можете потерять свою квалификацию. Давно я занимаюсь водолазным делом, товарищ Сретенский. У нас на 150 метров, понимаете? В тяжелом скафандре. И то не каждого водолаза допускают. Не мудрено. Если в наши баллоны накачать нормальный сжатый воздух, то аквалангисты в лучшем случае повторят мировой рекорд, который не превышает 100 метров. Но отсюда в легкие поступает специальная газовая смесь под давлением, равным давлению окружающей воды. Поэтому можно забраться... До атомной подводной лодки. Это я понял. Сегодня до атомной лодки. А завтра до 3 километра. Ну? Да. Вот с этим до 3 километров. Нет, эта серия аквалангов на такую глубину не рассчитана. Товарищ Мичман, там вас старик с маяка просит. Хорошо. Что вы здесь делаете, отец, на этом пустынном острове? На маяке работаю. И не скучно вам одному? Да нет. Пограничники часто бывают. Рыбаки за водой наведываются. Вообще-то, конечно, место глухое. Считай, 30 лет я тут смотрителем. Максим! Попроси радистов ваших посмотреть передачи. Давайте, Павел Кузьмич. Давайте. Барахлить-то... Ну-ну, Жим, тихо, тихо. Какой же вы смотритель? Вы не настоящий смотритель, товарищ Никонов. Это почему же? Дочки у вас нет. Вот у нас на Черном море маяков 1000. И у каждого смотрителя дочка. На эту работу без дочки не принимают. У нас другие порядки. Свои. Товарищ Мичман, собака там сейчас как-то странно выла.
Пшеница содержит 12% белка, а маленькая водоросль хлорелла – 50%. Урожай ее почти в 15 раз превышает урожай пшеницы. Ежегодно океан производит пищевых продуктов в 100 раз больше, чем это делают все люди на Земле. Дверь в эту кладовую открыта, и наша с вами работа – это первый шаг к этим богатствам. Соблюдая режим декомпрессии. Да. Кстати, о декомпрессии. Сколько времени вы затрачиваете на декомпрессию при выходе, скажем, с 200-метровой глубины? Порядка 12 часов. 10-12. Полсуток. Только на подъем. А пользуясь нашей газовой смесью, на выход с 500-метровой глубины вам понадобится менее 3 часов. У меня вопрос. Да? Принесите сюда. Извините, товарищ. У меня вопрос к Валерию Андреевичу. Пожалуйста. Значит ли это, что при такой скорости подъема опасность кессонки уменьшается? Нет. Если вы, Володя, меньше, чем за 3 часа подниметесь на поверхность, вас, к сожалению, сразит та же самая кессонная болезнь. Мы сократили цикл, а физиологический процесс остается тот же. Прошу разрешения. Войдите, Мичман. Товарищ капитан второго ранга. Товарищи, записи не производите. С материка. К вам прибывает помощник. Направляется аспирант Балашова. Вылетаешь сейчас. Я не расплатилась в кафе. Напрасно. Я за это заплачу. Есть вероятность, что там ее знают в лицо. Между прочим, она не курила. Билет. Допуск в зону. Командировочное предписание. Ее паспорт. Балашова
Глафира Сергеевна. А это тебе в дорогу. Новинка. Ну, в первое погружение я с удовольствием пошел бы. Я бы тоже пошел бы, если умел плавать. Бы. Бы. Валерий, Игорь Антонович получил гидрографические данные. Ну, так вот, служба гидрографии определила нам вот этот район погружения. А для опробования аквалангов здесь и здесь. Глубина порядка 40 метров. Так. Таким образом, будем считать, что организационная сторона завершена? Да. Да. Если не считать задержку моего помощника. Где выло? А вон, правее пирса. Да куда ему деться-то? Куда исчезла собака? Она, вероятно, исследует остров. Ее слопали местные жители. Они сделали из нее собаку табака. Какие ж тут жители? Ну как, готовы к тренировке? Так точно. Готовы. Товарищи, задача. В барокамере с аквалангом достичь давления в 30 атмосфер. При этом давление в течение 10 минут произвести условную работу. 30 атмосфер – это 300 метров глубины. Возможен глубинный наркоз. Простите. Степан, Виктор, если появятся симптомы опьянения, станет весело или вдруг начнет мерещиться всякая чертовщина, сделайте рукой вот так. Есть поднять руку, если станет весело, Валерий Андреевич. Едва ли станет весело в этом доте. Сразу бы на глубину. Все по местам. Аквалангисты в камеру. Дум спиро сперо. Что он сказал? Дум спиро сперо, латынь. Пока дышу, надеюсь. А. Thank you.
Вас как зовут? Это мой штурман, Ельцов. Ответьте мне, штурман. Ельцов. Иван Прокофьевич. Как вы себя чувствуете, Иван Прокофьевич? Голова тошнит. У больного сотрясение мозга. А вы кто? Балашова. Аспирант медицинского института. Иван Прокофьевич, вам надо отлежаться. Мы его сейчас перевезем на партизана, осторожненько, прямо в каюту. Нет, это исключено. А что? Только берег и покой. Ненадолго? Минимум неделя. Нет, нет, 3 дня максимум. Иван Осипович, я вас догоню с пограничниками. Спокойно. Неделя. Добро вас. Ничего, вы. Иван Осипович, я его к себе возьму, на маяк. Травками мигом на ноги поставлю. Хорошо, Павел Кузьмич. Только травками не очень увлекайтесь. Никонов, как поправиться, радируй мне. Ах, раз это у меня в ремонте. Надо будет, не сообщим с базы. Я вас буду навещать, Иван Прокофьевич. Вы почему опоздали? Нелетная погода. Мичман, проводите, пожалуйста, товарищ Балашова на плавбазу. Есть. Мат? Идут. Идут. Прошу. Разрешите мне вам представить моих товарищей. Виктор, мы с вами где-то встречались. Депутат Балтики. Володя. Гуннар. Мы из Кронштадта. А вас как зовут? Степан. Цицерон. Веселые ребята. Не так ли, Кира Сергеевна? В таком случае, наш милый доктор Кира Сергеевна Балашова. И часто они здесь бывают? Бывают. Кира Сергеевна! Идите купаться! Не хочется, Володя, холодно. Володька. Много курит, Павел Кузьмич. Это вредно. Особенно трубку. Много ты понимаешь, доктор, дай-ка. Джин на дне. Горло у него. Вот сволочи. Кто бы это мог сделать? Надо доложить к авторангу. Пошли. Кира Сергеевна, мы на базу. Идите, я пойду верхом. Кто же это сделал? Thank you.
Иван Прокофьевич, еще что-нибудь. Ну вот, еще что-нибудь. Значит, прибыли. Поместился я в гостинице «Красная», сдал паспорт. Вечером мне понадобился паспорт. Прихожу к портье, одессит сидит такой, значит, дежурный администратор. Я говорю, дайте паспорт. Чей? Я говорю, мой. Зачем? Я говорю, мне надо сходить на почту. На какую? Я говорю, на главную. А что вы там будете делать? Я говорю, мне надо получить письмо. От кого? Я говорю, от мамы. А что она пишет? Спросил он. Далеко водить. Артистично. Ну ладно, хватит мучить Ивана Прокофьевича. Хватит, хватит, перестаньте. А где же Павел Кузьмич? Спасибо, Кирочка. Старик где-то плутает. Травки собирает. Добрый вечер. А, привет. Как здоровье, Иван Прокофьевич? Да спасибо, мичман. Не унываю. К сожалению, ваших гостей просит к себе командир. И вас, Кира Сергеевна. На сегодняшний выходной. Завтра утром рабочее погружение. Командир просит всех на инструктаж. А, это уже интересно. Ничего особенного. Рядовое погружение, 40 метров. Пойдем с аквалангом Сретенского. Иван Прокофьевич, спокойной ночи.
командиру и другим знать об этом не обязательно. Можно попробовать и глубже, Степа. Кончай эти штучки, Виктор, я тебе по дружбе говорю. Ладно, друг. Я уже все осознал. Слово. Что вялый такой? Устал? Декомпрессию не нарушил? Ты что, Степа? Как мои дела, Кирочка? Что? Кажется, все в порядке. Ну вот видишь. Ой, а меня что-то укачало с непривычки. Я вас очень прошу, высадите меня, пожалуйста, на берег. От прихода к лавбазе я как раз и доберусь. Ну, куда же вы одна? Степа, высади и меня. Прогулка в горах, всяческие ассоциации, воспоминания юности. Виктор. Не боитесь? Ну что вы. Я, кажется, переоценил свои силы. Виктор, что с вами? Виктор. Вы загубили бы парня. Это точно, товарищ капитан второго ранга. Я... На глубинной мере 146 метров. Он действительно уходил на эту глубину. На глубине 42 метра Кондратьев отцепил линии. Связь не была прервана. Отцепил линии. Кондратьеву не допущу больше к аквалангу. После выздоровления он будет списан на берег.
Кессонная болезнь, командир. Одного не могу понять. Как такой опытный аквалангист мог нарушить режим декомпрессии? Он еще в рекомпрессионной камере? Уже нет. Я приказал его перенести в медчасть. Спит. Уважаемый товарищ аспирант, какого черта вы потащили вас с собой через горы? Вы обязаны были установить диагноз. Валерий Андреевич, я не знала, что он нарушил декомпрессию. При осмотре я не обнаружила никаких отклонений. Но вы же врач. Я вынужден отстранить вас от самостоятельной работы. Конечно, я продолжаю бредить. И вы мне снитесь, как результат глубинного наркоза. Ну, раз уж вы шутите, значит, все в порядке. Вот выпейте и спите. А я не хочу спать. Вот видите, как вы взбудоражены. Нет, я просто счастлив. Я самый счастливый человек на Земле. Мировой рекорд равен 100 метрам, а я забрался на 150. Да, вам попало из-за меня. Неужели вы думали о рекорде? Вот уж о чем не думал. Наш командир собирается понырять. И я просто хотел проверить акваланг до того, как он пойдет на глубину. У него была баротравма легких, ему никак нельзя рисковать. А жук с Сретенского — мировая вещь. Жук? Он же похож. Отдыхайте, Виктор. Не уходите. Доктор услышит и мне опять попадет. Вам все-таки попало из-за меня. Выпейте и спите. А ничего, доктор, товарищ главстаршина, а? Видите ли, Игорь Анатольевич, недисциплинированность отдельных лиц я не мог принимать в расчет. Я вынужден отстранить Кондратьева от испытания. Программа срывается. Никаких осложнений у Кондратьева, к счастью, нет, и через несколько дней он будет в форме. Я списал Кондратьева на берег за нарушение приказа. Но ведь аквалангист вместо Кондратьева будет минимум через неделю. Второй паре с Давыдовичем пойду я. Согласен. Завтра с утра я сяду на кислородные процедуры. Покините мостик? У меня достаточно опытный старпом. Кстати, Балашов, оставьте на берегу вместе с больным Кондратьевым. Что вы собираетесь вырезать из этого корня, Женя? Автопортрет. Курим, девушка.
Балашова. Почему опоздали? Нелетная погода. Я был на острове в условленный день. Собака подняла шум. Пришлось ее прирезать. Старик вас встретил? Да. Почему столько времени молчали? Не было возможности связаться. На маяке рация в ремонте. Вам удалось что-нибудь достать? Пока нет. Дня через 2-3. Через 2 дня я буду здесь. Предупредите старика. Иван Прокофьевич! Ельцов! Книжку-то я привез! Ну, только до завтра! Конечно! Далеко завтра идете? Да нет, к птичьим островам! Вечером дома будем! Там рифы! Знаю эти места! Сейчас принесу! Как здоровье, штурман! Спасибо! Слыхал, к птичьим островам идете? Бывал там? Соскучились по мостику! Земля надоела! Рано вам еще на мостик, лежать надо! Оставь на пирсе! Все-таки молчишь. Почему ты нарушил режим декомпрессии? Что случилось на глубине? Если акваланг Сретенского несовершенен... Акваланг здесь ни при чем. Ну? Ну, струсил я. Испугался акулы. Я их никогда не видел. Ну, я ахнул без декомпрессии. Только не рассказывай ребятам. Сегодня ребята идут на 400 метров. Надо сказать. Командир! Прошу! Прошу в камеру! Игорь, я понимаю, виноват. Разреши мне остаться на борту. Нет. А что скажет отец? Не знаю. Игорь. Нет. Разрешите идти, товарищ капитан второго ранга? Иди. Поправляйся. Петя. Вот, не скучай.
Григорий. Как самочувствие, Иван Прокофьевич? Ага, спасибо. Да ничего, получше. Скучно только. Старик опять за травкой подался. Пришел, развесил свои веники и снова ушел. В распадок. Хорошо, хоть Максим книгу дал до вечера. Не слишком переутомляйтесь. Угу. Гуляете? Угу. Что же тебя доктора бросили? И в суставах ломота? Кисонка. Я тебе одну травку дам. Нет, отец. Травка мне не поможет. Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. Ну, как знаешь. Идут. С вами, Кирочка? Устала. Красивые здесь места. А кому цветы? Вам.
тебе какая травка нужна. Чувствуешь, Игорь? Отлично. А ты как себя чувствуешь? Злой. Правильно. Злись. Кира Сергеевна! А мы сегодня именинники. Привет вам из гостиной Нептуна! Поздравляю вас, ребят! А именинников полагается целовать. Валерий Андреевич, Евгений Иванович, поздравляю. Вас качать надо. Нас качать нельзя. Это что, морская болезнь? Да. При такой-то волне. Да. Как голова? Голова на месте. Павел Кузьмич. Добрый вечер, Павел Кузьмич. И давно вы этим увлекаетесь? Чем? Травками. Я, дочка, не увлекаюсь. Я людей лечу. А кого же здесь лечить? Некого. На материк отправляю, в аптеку. Вот ты, к примеру, доктор. Нет. Все равно должна знать. Вот ты мне скажи, что это за трава? Не знаю. Понюхай. Не знаю. Называется горец перечный или водяной перец. Первое средство, чтобы кровь остановить. А как-то непривычно видеть вас без трубки, Павел Кузьмич. Шторм будет. Ветер 6 баллов. А вот это вот? О, это чернокорень. Вообще-то его при опухолях, при ожогах применяют. Но есть от него и другая польза. Какая? Мышей боишься? Боюсь, конечно. Возьми. Привезешь домой, все мыши сразу убегут. И мыши, и крысы. А вот на корабль эту травку нельзя. Ты бы чайку поставил. Есть, капитан. Спасибо, Павел Кузьмич. Но у меня дома ни мышей, ни крыс нет. Соседей научишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Рацию починили, Павел Кузьмич. Здравствуйте. Сюда ее. Спасибо, Максим. Штормовое предупреждение получили, Павел Кузьмич. Сейчас я настрою. Хочу плавбазу в заячью губу перегнать. Прибор у нас чуткий, нежный, не растрясти бы.
Как считаете, Павел Кузьмич? Ну что же, в заячьей губе потише будет. Как нам туда ее лучше провести? Не посоветуете? А что тут советовать? Взять, да и провести. А как же маяк, Павел Кузьмич? Шторм ведь. Действительно. Но я-то ведь не поведу. Вон Ельцова возьмите. В полночь, за полночь, куда хочешь, проведет. А ему можно, доктор? Думаю, можно. Ну что ж. Хорошо. Вань! Ельцов! Право 10. Право 10 по компасу. Есть право 10 по компасу. На румбе 130. Так держать. Есть так держать. Право не ходить. Рулевой, право не ходить. Есть право не ходить. Веселое местечко. Да, тут протабанишь и отдавай концы. Малый ход. Ясно. Так держать. Хороший будет шторм. Ох, и достанется Сретенскому с его морской болезнью. Сретенский на берегу остался. Ну да. Жалко. А я мамы своей совсем не помню. В 43-м она умерла. Сначала меня соседи воспитывали, а потом... Потом же не помню кто. А с 10 лет взял меня к себе в семью контр-адмирал Белогуров. Отец мой у него на корабле служил. Погиб под Керчью. Белогуров? Ну да, отец нашего командира. Игорь мне вроде старшего брата. Стоп, машина. Ну, прибыли, командир. Заячья губа. Здесь отстоитесь. Бухта спокойная. Отдать левый якорь. Есть, отдать левый якорь. Извините, Мичман. Пожалуйста, штурман. Слушаю вас. Простите, доктор, а мне сказали, что эта каюта свободна. Нет, штурман, вы ошиблись. Это моя каюта. Извините, тогда пойду искать. Куда попали, товарищ? Ну, тихо, 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 не шуми. В чем дело? Молчи! Молчи, сынок.
Доброе утро. Здравствуйте, девушка. Здрасте. Здоров. Сретенский. А кто у вас тут начальство? Выходит, я начальство. Я со Щелкана, Сеннер 317. Вот документ. Взяли косячок на ваге. Вот только с водой неприятность вышла. А летчики докладывают, еще косяк идет. Вот бригадир и послал к вам, не выручите ли водой. Не жалко. Ну, спасибо. Корешок, помоги анкерки вытащить. Ему нельзя. Позвольте, я помогу. Идите уж, помощнички. Чайком бы угостили человека. А рыбы на наш век хватит. Особенно на глубине. Вот только найти ее там трудно. Колодец у вас далеко. Родничок. Порядочно. Спасибо за чай, хозяйка. Ну, пойду. Как-то там борода. Зритель заметит. Где старик? Он на плавбазе. Рацию починили? Молодец, Ельцов. Как, ему удалось что-нибудь достичь? Да, конечно. Какая глубина погружения? 404 метра. Придется брать Сретенского. Старика ждать не будем. Идемте на маяк. Пока борода воду таскает, надо вызвать шхуну. Идемте. Налажено. За час управимся? Берите полтора. Кирочка. Пардон. Руки вверх. Лицом к стене. А что, это может выстрелить? Руки за голову. Стрелять буду без предупреждения. Держите ждать через полтора часа в 3 милях юго-восточнее острова. Руки, руки, моряк! Сретенский вооружен? Нет. Моряка придется... Витя! Виктор, обыщите его.
Кира. Мне очень нужна рация. О, какая красота. Руку. Кондратьев, осмотрите карманы этого старика. А в чем... Виктор? А что случилось со стариком, Кирочка? М? Виктор. Кира, а... Руки вверх. Кира. Осторожней, Виктор! Thank you.
Товарищ командир, шхуна на сигнал не отвечает. Может уйти, нейтральные воды близко. Сигнальщик, запросить шхуну света. Есть, запросить шхуну светом. Отставить запрос. Открыть предупредительный огонь. Огонь! Позвольте, это же мои записи. Да, Евгений Иванович, это ваши записи. Видите, тут нет ничего особенного. Обыкновенные рабочие записи. Очухался. Ну и тяжел же ты, Ельцов. Балашова? Надеюсь, теперь-то мы с ней встретимся. Да, конечно. Это тебе в дорогу, новинка. Катастрофа на Внуковском шоссе, это нелепая случайность, спутала наши планы. Пока Балашова в тяжелом состоянии, мы многого не знаем. Что с ней? Она без сознания. Тебе придется работать в очень сложных условиях. Учти, она долго и тщательно готовилась к этому. Я тоже. Тоже. Она врач. И в аспирантуру она поступила только для того, чтобы попасть на испытание. Связь будешь держать через капитана второго ранга Белогурова. Игоря Антоновича. Товарищ полковник, старший лейтенант Людмила Скуратова задание выполнила.